посмотри, в какую сторону падает колено. Сделай, знаешь как, сделай ведро, но учкове, не броски ему, не броски, а учкове. 100 учкове. Хатина, 30 бросков. Пошли. Первый номер, 30 бросков. Лучше в школе, чем ты хочешь броски. Скажи, что он не делает броски, он что не делает. Нет, через полчаса. Андрюха, ты же занимаешься двух секций. И что? Так ты должен быть сильнее всех. Он когда бросал голова. О, красавчик! Не спросил вчера Бурдужу, блин, полгода. Так, ну кто с Артемом будет бороться? А я вот с этим чемпионами повыдаю, все, вот всеми же. Чего здесь? С каждым можно бороться и отправить по домам. Он мне что сказал? А ну быстрее, давай. Все, все, так, отошли? Да. Пожалуйста, второй номер, 30 брусочка. Денис, будешь делать 50? Сейчас сюда посиди, сейчас он разомнется.
немножко. Все, приготовились. Приготовились, эй. Вышли на ковер, заправили. Что вы не заправляете? Йо, вам что, за то, чтобы заправиться, деньги платить надо? Они тоже не знают. Да что ты... А если он двоечник, ты что, тоже двоечников знаешь? Нет. Нет. Ну, почему ты на него смотришь? Ты, вот бери пример тех, кто заправляется. Я. Тех, кто заправляется, чемпионы. А чего вы пример берете с тех, кто проигрывает? Тем более ты чемпион. Мне стыдно. Сели на колени. Дзюдо. 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 Удержание япон, болевой япон, удушающий япон. Болевой наруто. Дай. Боже, ты же. Да, да, да. Даник, ты начинаешь стой. А тебе, тебе. На базар. И там есть такие жесткие наколенники, которые вот, вот так. У меня просто ключи потерял, я бы тебе дал. У меня там находится, надо замок связать. И там так, одеваешь. Потом такая штучка, раз, два, сюда, три, четыре. Она так. И плотно очень держит. Готовы? Ты со стойкими партерами, Даник? Ты борешься в партере, но не в стойкие партеры. Я в партере буду. Хай. Будешь. Хатсеры, боремся. Боремся. Там разминаемся. Я буду стойки поворачивать. Не надо, разве нет? Нам там посередине, пожалуйста. Весом сюда ко мне. Да не поставить. Не перестать, чтобы тебе было бы ему дом, чтобы оно просто интересно было. Не надо. Ты же посильнее. Старайся где-то чуть-чуть. Старайся, пусть он как бы старается держать. Сесть на болезнь, немножко скинуть. Так что мы... Умрян мечтает за ковром. То пусит не на себя. Ты разговариваешь, Борис. Он уже и старший, Борис. Уши разогрел, шею. Ложи ставки на это. Нет, не пускаю. Не держу его, пусть он. Ну так знаешь, что не делаешь, блин? Скажите на том диплом, что нельзя за вас. Душить нельзя. Нельзя душить отсюда. Под судой нельзя.
Он тупой, я ему говорю. А почему ты так говоришь? Потому что уже несколько раз говорил. Дальше. И скажи, что ты не прав. Ну, он говорит, что правит дальше, уже два раза. А по грешнику разрешают. Так мы по дедову сказали. Да. Ну так вот, скажи. Он плохо слышит. Он обнимательный, понимаешь? Хватит. Оставь ногу между ног. Стоп! Идет удержание. Интересно на него лежать. А, это да, они делают, молодец. Значит, смотрите, Пастухов, Денис, Чезар, Унгурянов, ложитесь на спину. Партнер вас берет за руку, за туловище, не за шею. Потому что за шею, чтобы это. И отсюда вы начинаете бороться. Приготовились. Сюда, на середину. Дайте потем. Молодец. Затулывайся. Внимание. Бери. И отчины. И держите сколько можете. Мате. Мате. Еще раз. Слушай, наверное, я уже против тебя буду спорить. Чемпион, эй! А? Что ты не держишь его? Ну, что ну? Что ну? Приготовили. Первые секунды. А теперь? Угуряну, ложись. Давай, чемпион, держи. Ну, зависит от него сейчас. Удержать не можешь. Нет, не держи, за туловище. Так. Внимание. Что такое? Чемпион! Матей, да? Умань, да? Так, а теперь удержание верхом.
Привет. Даник, сверху. Постарайтесь удержать 10 секунд. Аджимент. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Матей? Ну, хоть чуть-чуть, что-то. Еще раз. Еще раз, Даня. Еще раз? Да. Можно и поменять вверх. Внимание. Дай ты. Передержание со стороны головы. Артем ложится, ты заходишь со стороны головы. И смотри, можешь за пояс взять, можешь снизу за руки взять, можешь сверху за руки. Вот так вот, да. Приготовились? Внимание. Хорошо. Передержание поперек. Партнер, так, вы вдвоем. Видите, поезд. Перейдите туда, а вы перейдите сюда. Поперек это значит, одна рука между ног за пояс или за ногу. Вторая, вы на колени сидите. Вторая, под голову и за плечо. Одна держит пояс между ног или ногу держит. Этот, посмотри, руку не сломаешь. Нет, посмотри, поперек ты держишь и голову, и ногу. Нет, между ног. Рука между ног и голову. Внимание. Хорошо. Следующее удержание. Спиной. В этом же положении. Лежите спиной. Захватываете руку и захватываете ногу. Руку и ногу. Вот так как они. Удержание спиной. Андрюха, ложите спиной, держит его. Нет, ближнюю руку. Ближнюю ногу, ближнюю руку. Готовы? Да. Даник, спиной развернись. Новую руку. Готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А сейчас между ног. Вы между ног по самбо и за туловище берете его и держите. Последнее. Приготовились. Между ног за туловище держим. Приготовились. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мате. Хорошо. Так, Артем. Да. Даник, сюда. Чуть-чуть отойди, чтобы Артема видно. Делаем удержание поперек. Покажи. Нет, наоборот. Он тебе. Он тебе делает. Вот. О, вот так. Как отсюда уходить? Стоп. Ты просто скажи. Не говори. Я отсюда выталкиваю голову. Ногу, колено. Ага. О, хорошо, стоп. Еще раз. Теперь смотри. А если ты ложишься на бок лицом к нему, теперь руку пропускаешь. Ну тогда то же самое. Вот нет. Руку пропускаешь. Нет, пропускаешь сюда, в эту сторону. Под мышкой. Нет, снизу.
Раз. И уже выходишь.